А вот меня посещает такая мысль. Из 31 календарного дня в марте женщины выбрали именно 8. Почему, как ты думаешь? Это намек. Намек на что? Ну, смотри, восьмерка — это знак бесконечности, да? Если на бок положить, то женщины хотят отмечать свой праздник просто бесконечно. Понимаешь? Не хочу тебя огорчать, Родион, но это открытие уже совершил тонкий знаток женской психологии. Замечательный, мой любимый музыкант, певец и композитор Игорь Саруханов. Встречайте! Пускай сегодня цифра 8 изящно на бок упадет. Не просто так об этом просим, необходим такой подход. Ведь это будет бесконечность, непостижимо мощный знак, а в нем такая же сердечность от нас, мужчин. Да будет так. Без вас бы не было написано ни строчки, без вас, конечно, нас бы не было сейчас. Родные, жены, мамы, бабушки и дочки, от всей души примите вы поклон от нас. Без вас отчаянно дичаем, неинтересен мир и зол. Как раз тогда и замечаем, какая сила, слабый пол. Природа радости невинна, но одиноко так порой. Прекрасна ваша половина, спасибо ей от всей второй. Без вас бы не было написано ни строчки, без вас, конечно, нас бы не было сейчас. Родные, жены, мамы, бабушки и дочки, от всей души примите вы поклон от нас. К тому, что буднично обычно, лишь прикоснетесь вы едва, и перемены в жизни личной характер примут в волшебства. Любовь поистине нетленна, без женских чар печально жить, и я колено преклоненно готов в поклоне к вам застыть. Без вас бы не было написано ни строчки, без вас, конечно, нас бы не было сейчас. Родные, жены, мамы, бабушки и дочки, от всей души примите вы. Без вас бы не было написано ни строчки, без вас, конечно, нас бы не было сейчас. Родные, жены, мамы, бабушки и дочки, от всей души примите вы поклон от нас. Примите вы поклон от нас. Дорогие женщины, мамы, дочки, девушки, поздравляю вас от чистого сердца. Счастья вам, радости и много-много любви. Это о чем говорят мужчины? О любви и поют. Ради вас. Спасибо. Все для вас.